Вот, ребята, прошла неделька после того, как я снимал последний раз этот лимончик. И мы можем здесь видеть вот эти маленькие уже такие завязи, даже уже лимончики. И вот он выкинул еще новые цветочки. Вот, и будет скоро цвести уже. Здорово. Это вот лимон, вот этот вот киевский крупноплодный. Вот он такой небольшой, но плодоносит очень хорошо. Апельсин Вашингтон Новелл. Вот эти вот бутоны, которые он сейчас выдал. Вот они уже увеличиваются. Сами цветочки. Вот они. Ну, посмотрим, сколько он их будет скидывать, сколько нет. Вот видно, что вот здесь вот и веточку выдает, и бутончик тут уже маленький есть. Лимон, который находится в открытом грунте, киевский крупноплодный, он сейчас, именно вот это дерево, есть у него плод такой, ну небольшой, но есть. Вот цветы, которые сейчас вот начали уже распускаться. Выдает он веточки, вот они небольшие, есть. И вот здесь вот, вот где я подрезал, вот здесь они новые пошли, уже растут, так даже заметно. Он выбрасывает, ну, свеженькие бутончики, маленькие совсем. Бутончики, которые вот только-только поцветали. Вот они. И вот такие вот плоды у него. Небольшие. Вот этот вот самый крупный. И вот два поменьше. Вот. И на кончике вот этой ветки тоже есть сейчас завязь. Вот такое вот небольшое вроде бы деревце. Вот мы еще будем немножко формировать ему крону. Вот такое оно красивое. Это саженцы лимона, которые на прошлой неделе, вы можете это увидеть в прошлом видео моем, я пересаживал их из песка в землю уже, которые они уже укоренились. Вот сейчас мы их поставили сюда, уже вытащили из под пленки, они уже адаптировались, и вот такой вот имеет сейчас вид. Хорошие саженцы с прекрасной корневой системой. Вот. Корневая видно у них какая, видите, мощная. Вот, и они уже такие хорошенькие. Пустили вот эти новые веточки, уже пошли молоденькие. Вот, и они уже полноценные саженцы. Немножко подождать надо будет, и можно будет их пересадить уже в вазон. Ну, такой, наверное, вот как вот этот вот, где вот бананчик стоит, суперкарлик вот этот. Вот, наверное, вот такой вазон можно будет пересадить через некоторое время. Кстати, я хотел немножечко вам показать ананас бэбик. Такой вот, вот он небольшой. Сейчас они в зиму такие небольшие плоды пошли. Я здесь верхушки посрезал. А вот на том еще верхушки есть. Вот эти вот саженцы. Вот этот я буду позже отсаживать. У них есть прикорневые отростки у некоторых. Вот там вот пошел такой вот саженец, он видно. И вот здесь вот есть несколько штук. Вон там их. Они там по кругу. Могут еще куча их образоваться. Там и ратуны, и сакеры есть. Эти ананасы были отсажены пару месяцев назад. Вот от этого материнского устика. Вот. Ну вот эти здесь тоже растут. Видите, в таких, даже не вазонах, а каких-то плашках. Но надо будет, конечно, пересадить их поглубже. Попозже. Ну, такие вот с длинными такими красивыми листьями ананас растет.